Здравствуйте, уважаемые зрители. В 10 часов 30 минут по московскому времени начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Веселин Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари. Я вижу, что плюсики пошли в чате. Соответственно, это значит, что с трансляцией все нормально. Тогда открываю свой рабочий стол. И давайте в самом начале посмотрим на макроиндикаторы, которые есть в календаре. Обсудим, что было опубликовано, конечно, вчера, что у нас впереди и как все это может повлиять на валютный рынок, рассматривая ключевые валютные пары. Сегодня вторник, обращаем внимание на вчерашние данные. Значит, после нашего последнего вчерашнего внутридневного фундаментального анализа были опубликованы несколько индикаторов по США, а именно продажи существующего жилья за месяц май. Очень хорошее число, выше 5 миллионов. То есть это практически значение, которое в последнее время публикуется. Рост составил больше 5%. И в месячном выражении оказывается, что это самый-самый хороший рост там с середины, думаю, что 2009 года. На самом деле это показывает на то, что рынок жилья и он потихонечку восстанавливается. И можно сказать, что даже восстановился, сохраняет некие приличные темпы. Это оказывает некую поддержку американскому доллару. Без сомнения, это хороший сигнал. Идем дальше. Практически рано утром были опубликованы индикаторы по Австралии. Экономические индикаторы по Австралии, это опережающие индикаторы от Conference Board, идет снижение. Вся эта статистика указывает на то, что все-таки австралийский доллар будет оставаться под давлением, потому что и цены на жилье в квартальном выражении выросли меньше, чем ожидалось. То есть можно сказать, что сама по себе проблема или мыльный пузырь на рынке жилья в Австралии сама по себе, видимо, решится. То есть не то, что она сама по себе будет решаться, то есть создаются все больше и больше, строятся все больше и больше новых домов, и из-за спроса и предложения цены сами сгладятся, и центральному банку не нужно будет повышать процентную ставку теоретически. Хоть у них таких намерений нет, но раньше они говорили, были некие намеки, предположения, что из-за формирование мыльного пузыря на рынке жилья, они должны будут успокоить спекулянтов и повысить ставку. То есть все больше и больше это показывает, что такой необходимости не будет. Значит, это тоже будет давить на австралийский доллар. Идем дальше. Очень слабый индикатор в производственном секторе вышел по Японии. Говорю с целью очень слабый, потому что в последнее время мы знаем, как будто выходили хорошие индикаторы. Здесь один отрицательный. Я говорю отрицательный, потому что снизился ниже 50. На самом деле мы это прокомментируем на графиках по японской иене. Пока еще, если мы откроем гистограмму, преждевременно говорит, что некий потенциальный позитив по японской иене исчезает. Тут всего лишь из-за одного индикатора и из-за одного значения такого вывода делать нельзя. Но все-таки мы будем это учитывать и уже более пристально отслеживать и дополнительную статистику по Японии. Вдруг она ухудшится, как и этот индикатор, тогда некий потенциальный позитив по японской иене может отложиться не только на 3-6 месяцев, а еще на год. Идем дальше. Слабый индикатор вышел и по Китаю в производственном секторе. Видно, что он ниже 50. Предварительные данные, да, они выше предыдущих значений, но все-таки это ниже 50, стагнация продолжается, и на самом деле хочу сказать, что вся эта статистика, она в целом должна давить на все валюты, которые из Тихоокеанского региона. То есть пока еще нет перспектив для некого восстановления. Переходим к Европе. Ну что хочу сказать. Первое, то есть то, что выходит слабая статистика по Китаю, это ни в коем случае не значит, что давайте я просто ее прокомментирую. Давай, мы ее уже давным-давно видели, вот это снижение, которое идет, так, одну секундочку, практически ниже 50. Или даже если мы возьмем некую другую статистику по Китаю, я с целью хочу ее прокомментировать. Производственный индикатор по Китаю. Да, конечно, это не те там 2009, 10, 11 год, когда экономика восстановилась и сильно повышалась. Мы движемся около 50. Понятно, что идет некая такая стагнация, но на самом деле, что хочу сказать, мы понимаем, что в Китае меняется экономическая политика,
они практически пытаются преструктурировать свою экономику, и практически слабая экономика, которую мы видим сейчас в краткосрочной перспективе, она может сохраниться еще год, может два, может даже и три года в наихудшем случае. Она из-за реформ в Китае, они просто переделывают и структуру своей экономики, стараются, и у них получается, потому что мы раньше комментировали, что даже по платежному балансу, по экспорту все больше и больше увеличивается экспорт услуг у Китая за счет снижения, то есть было снижение экспорта товаров, мы знаем, как будто пихний экспорт падает, да, но это практически товары, которые имеют маленькая добавленная стоимость. А высокотехнологичная индустрия все больше и больше развивается в Китае, так что у них идет преструктуризация, они пытаются развить более такие современные секторы, и на самом деле у них получится без никаких сомнений. И я хочу добавить, что совсем недавно была речь представителя Федеральной резервной системы Сан-Франциско Уильямс. Господин Уильямс сказал, что он только что вернулся из Китая, и сказал, что те пессимисты, которые говорят негативно о Китае, что вот приземление, мягкое приземление экономики в Китае, это не сбудется. Очень креативное, практически молодое население, которое развивает современные отрасли. И даже сказал, что китайская власть, они молодцы, что они готовы в жертвоприношение как будто дать краткосрочный рост за счет долгосрочной перспективы. То есть они отказываются от краткосрочного экономического роста, потому что смотрят в долгосрочной перспективе и сейчас практически укладывают фундамент для долгосрочного просперитета. То есть Китай действительно смотрит вперед в долгосрочной перспективе, и без сомнения это у них, конечно, получится. Соответственно, рано или поздно, мы когда комментировали австралийские доллары в 2013, в 2014 году и в этом году, оказывается, что то, что нам графики показывают, вот этот долгосрочный тренд, что где-то через определенное время, например, там через 10-15 лет, все-таки австралийский доллар снова будет идти к этим вершинам, когда будет сформирован вот эта впадина на очень-очень тяжелых фреймах по австралийцу, которая может спуститься даже ниже 70, кто знает. То есть если она сформируется потихонечку, когда через 5-6 лет Китай снова будет идти сильно вперед, тогда он подкрепит движение по этим валютам, и действительно, скорее всего, вот этот долгосрочный тренд восходящий, который по австралийцу, он продолжится. Так что, помню, когда мы общались в 2013-2014 году, говорили, да, будет снижение, потом, конечно, в долгосрочной перспективе будет рост. Я, исходя из того, что происходит в Китае, все более и более верю, что именно так получится. Давайте начнем сейчас тогда с просмотра и европейской статистики. Европейская статистика очень хорошая. Почему? Индикаторы по Франции. Впервые, можно сказать, за последние месяцы производство Франции не только что перевысило отметку в 50, но она видно, что выше предыдущего значения. И на самом деле предыдущее значение и в секторе услуг скорректировано наверх, и мы видим очень хорошие индикаторы. То есть по Франции очень хорошие индикаторы, как и в производственном секторе, так и в секторе услуг. То есть ВВП по Франции практически уже будет хорошим. Следующее. Германия. Схожая ситуация. Да, производственная сфера немножечко замедлилась когда-то, но вот снова идет восстановление, а тем более, что сфера услуг практически резко повысилась. То есть очень хорошая статистика по европейским экономикам. Посмотрим, каковы будут промышленные заказы и производство по Италии и общий PMI индикатор в секторе услуг и в производственном секторе, который публикуется в 11:00 по московскому времени. Без сомнений, понятно, что европейская статистика улучшается. Это хорошо для глобального экономического роста и для самой европейской экономики.
Потом публикуются CBI-отчеты по промышленным заказам по Британии, более или менее второстепенный индикатор. И как мы еще в начале недели говорили, ключевая статистика, она собрана сегодня. Это европейская статистика, которая сейчас публикуется, и, конечно, американская статистика в 15.30. Заказы на товары длительного пользования. Плюс тот же индикатор без учета транспорта за месяц май. Вот эти значения были сильно скорректированы вниз. Соответственно, давайте посмотрим, какова будет сегодня статистика. И, как я вчера говорил, нужно взвесить значение, за которое было опубликовано предыдущий месяц, за месяц апрель, и сегодня, которое опубликуется за месяц май. За эти два месяца нужно кумулятивную общую стоимость взять, взвесить и сделать вывод, хороша ли ситуация или плохая. Если хорошая, это может оказать очень серьезную поддержку американскому доллару, и он практически в многих валютных парах может уже сформировать некое такое локальное дно после хорошего индикатора. Этот индикатор сегодня может сыграть ключевую роль. В дополнение к этому индикатору смотрим и производственный индикатор от маркета, и производственный сектор Ричмонда, плюс продажи новых домов. Все это статистика в дополнение к ключевой может сыграть некую важную роль. То есть либо ее подкрепить как и вверх, так и вниз. Вот как выглядит ситуация. Еще раз хочу подчеркнуть, для меня это очень важная статистика. И давайте посмотрим, что у нас есть завтра. Завтра публикуются минутки заседания Банка Японии и ВВП по Франции. Так как я сегодня сказал, что хорошая статистика по Франции потихонечку обеспечивает уже потенциально хороший ВВП по Франции, это не значит, что тот ВВП, который публикуется завтра. Мы видим, что это за месяц май-июнь, то есть за второй квартал. А этот индикатор, который по Франции публикуется завтра, он опаздывающий индикатор. Это статистика за первый квартал. В известной степени она важна. Вот как выглядит календарь в ближайшие 24 часа. Учитываем, что и завтра в среду публикуется финальная оценка по ВВП по США за первый квартал, которая ожидается все-таки выше второй, но все-таки ниже первый. Тоже очень важный индикатор, который сыграет очень важную роль в дополнение к заказам на товары длительного пользования для всего валютного рынка. Жду ваших конкретных вопросов, уважаемые зрители, по сегодняшнему календарю, который мы рассмотрели. Если они есть, пишите в чате. Артамонов Алексей, знаете, это на самом деле очень хороший вопрос. Вы написали: Веселин, куда пропал отчет инфляции по Британии в 12.00? На самом деле, в других календарях вчера его даже не было. Я когда открыл вот этот наш календарь, он откуда-то появился. Я даже тогда усомнился, что будет отчет по инфляции. И, видимо, поэтому это была некая ошибка, и его нет. Я предполагаю, что этот отчет по инфляции может быть на следующей неделе. Давайте посмотрим в Forex Factory, если он действительно... Так, здесь Financial Stability Report. Ну, на самом деле, даже если мы посмотрим... Да, он на следующей неделе. Я так и предполагал, понимаете, что здесь некая ошибка, что... На одну неделю вперед был в этом календаре от FX Street. Это, видимо, некая опечатка. Поэтому иногда получается, я много раз говорил с того момента, как я начал проводить эти обзоры, иногда трейдеру лучше следить за двумя или за тремя календарями, чтобы взвешивать не только вот эти ошибки, которые появляются. Это в каждом календаре может получиться вот такая ситуация. Но и учитывая, что каждый календарь иногда публикуют разное прогнозное значение, потому что в вопросах иногда участвуют чуть разные институции или там инвестбанки, или вообще опрошенные могут чуть-чуть отличаться. И иногда где-то кажется, что здесь, например, зеленое значение, в другом календаре этот же индикатор может выйти в красном из-за отличающихся прогнозов. Поэтому лучше иногда следить за несколькими календарями. Хорошо, поскольку я понимаю, вопросов нет, соответственно, начинаем с золота, потому что для нас в этом случае это чистый практически доллар.
Значит, я прочитал ваш вопрос, Алексеев Максим. Если останется время, чуть попозже я озвучу свое мнение. Значит, по поводу золота. Ну что же, здесь видно, что нисходящий тренд продолжается в этом треугольнике. Мы находимся на критических уровнях. Вот уже некая такая нижняя часть. Соответственно, то есть мы находимся в нижней части. В любое время здесь должен пройти прорыв. То есть прорыв должен быть рано или поздно вниз. Конечно, при плохой статистике сегодня и завтра по США здесь еще одно движение, еще одна волна может быть в треугольнике, и мы видим, что до 1240 может там спокойно плюс-минус 5 долларов подняться золото, чтобы сохранилась вот эта трендовая линия. Так что на самом деле, если мы начинаем свое снижение, зависит от статистики. На самом деле золото уже настолько понятный инструмент, что он очень хороший индикатив является. И то, что мы видим на более мелких фреймах, так, одну секундочку. Вот я показал вот этот диапазон, в котором мы двигались 3 месяца. Тот, который у меня есть, я сохраняю свое мнение, что при слабой статистике будет еще один такой диапазон. Если статистика будет намного слабее, то этот же диапазон, который будет актуален еще на 3 месяца, грубо говоря, будет чуть выше. Если статистика будет чуть-чуть лучше, то есть нельзя сказать, что хорошая статистика. Здесь формируется некий диапазон, который будет чуть ниже, конечно. Если статистика будет неоднозначной, то же самое, практически снова идем в бок около вот этой трендовой линии. Конечно, при очень хорошей статистике мы практически сломаем вот эту линию и потихонечку начнется медленное падение вниз. Вот каково мое видение, поэтому давайте я все-таки этот диапазон оставлю здесь, чтобы мы не путались и знаем нашу ситуацию. Я добавлю этот диапазон либо после сегодняшних данных и завтра по ВВП, то есть в четверг получается во время нашего обзора, или, скорее всего, уже после Non-Farm Payrolls, который публикуется в конце следующей недели, чтобы у нас более или менее было достаточно много статистики, чтобы как-то смогли спрогнозировать, что может произойти дальше. По долларовому индексу актуальный диапазон. На самом деле, при хорошей статистике мы практически, давайте я все-таки, при хорошей статистике, что может произойти? Так. Клавиатура просто у меня не работает, к сожалению. Так. Что может произойти? Ну, здесь видно, что рисуется вот эта фигура, некий треугольник. На самом деле этот треугольник чисто технически показывает, что сила быков очень слаба, быки по долларовому индексу уже практически достаточно слабые. Первое движение, второе движение, третье движение, четвертое. Обычно по правилам, учитывая, что это тяжелый фрейм, это дневной таймфрейм, практически виден хороший треугольник. По всем правилам выход это при пятой волне, то есть при пятом движении. Вот она. Пятая волна. Если действительно сейчас работает этот треугольник восходящий, то есть, извините, он нисходящий треугольник, имел в виду, чтобы сработал вот этот восходящее движение именно сейчас, пятое, здесь был прорыв, и чтобы мы знаем, что тренд у нас до этого был восходящим, это фигура продолжения тренда, соответственно, по логике мы должны пойти вверх. Но сама по себе вот эта фигура, она полностью перекрывает тот фундамент, о котором мы говорили еще здесь, когда не было возможности для того, чтобы даже думать о неком треугольнике. Вот этой четвертой волны еще не было. Мы здесь говорили, что даже если будет некое движение вверх, оно будет очень-очень слабым, медленным. Соответственно, даже уже та фигура, которая нарисовалась, указывает, что при потенциальном выходе вверх, скорее всего, движение потенциальное вверх будет очень слабым, очень вялым, может очень долго продлиться. Если здесь было 3-4 месяца, чтобы мы снова прикоснулись к этим вершинам, может отнять тоже несколько месяцев. Вот какова ситуация. Конечно, как я и раньше говорил, при слабой статистике
треугольника практически не будет, а будет вот этот падающий, уже нисходящий канал, который сформируется. Вот он. И тогда мы начинаем некое движение в этом канале и подойдем к этой линии, которая когда-то являлась верхней частью этого ключевого канала. Я убираю эти линии, чтобы они нам не мешали, то есть по долларовому индексу, в зависимости от поступающей информации по США и по Европе в основном, будем смотреть, что может произойти. Конечно, чисто фундаментально при хорошей статистике сегодня вероятность продолжения в восходящем тренде намного больше, нежели вероятность потенциального нисходящего канала, чтобы нарисовался некий канал, но мы это будем обсуждать. Читаю ваш вопрос, Санников Сергей. Скажите, пожалуйста, как может влиять себестоимость золота на его стоимость? Боюсь, не найду источника, но есть мнение, что текущая цена на уровне. Как это соотносится с ожиданием дальнейшего падения золота? Санников Сергей, давайте во время просмотра золота мы обсудим этот ваш вопрос. Значит, евро, американский доллар. Та логика практически по долларовому индексу перевернута на 180 градусов, переносится и на вот эту валютную пару. Что у нас есть? У нас практически четко и ясно видно, что как будто на 4-часовом формате, я бы, может быть, и на дневном формате, четко и ясно рисуется потенциальная практически зона сопротивления. Здесь вот эти вершины, здесь практически. И то есть вот эта красная линия, которая у нас стоит в качестве ограничителя для роста пары евро, которая на уровне 1.15, может полностью сработать и в ближайшие 2-3-4 месяца работать в качестве сопротивления для евро. Что у нас сейчас есть? Тот же самый треугольник, практически, грубо говоря, он и здесь есть, но он перевернутый. Просто видно, что сила продавцов тоже сильно уменьшилось. Соответственно, даже при хорошей статистике по США, если вот это сопротивление сработает и потихонечку начнется нисходящее движение, оно тоже должно быть очень слабым и очень вялым. Так что вот какова ситуация. И на самом деле, если в ближайшее время действительно, в ближайшие 2 недели выйдет хорошая статистика по США, и вот эти вершины сработают в качестве некого сопротивления, я, конечно, нашего диапазона, который мы рисовали, грубо говоря, где-то в январе или феврале, я не буду снижать верхнюю линию с целью. Просто для меня вот эти уровни приблизительно очень важны. Но я просто сделаю более толстую вот эту линию, которая находится на 1.15, чтобы она показывала, что является очень большим сопротивлением, то есть уже ограничитель некого вот этого диапазона. По поводу нижней линии я воздержусь от нижней линии, потому что пока еще не ясно, где она будет. Вот эти две впадины для меня недостаточно, чисто фундаментально они тоже для меня недостаточно. Поэтому мы, когда рисовали вот этот диапазон, когда еще раньше рассматривали вот этот падающий канал, я говорил, что рано или поздно здесь должно сработать сопротивление где-нибудь, учитывая, что мы находимся к линии тренда. Поэтому я тогда расширил очень сильно до 0.98 вот этот потенциальный диапазон. Это ни в коем случае не значит, что там находится нижняя часть. Нижняя часть практически еще трудно будет сказать, где находится. Вот по паре евро-доллар, хоть пара достаточно скучная. По фунту. Верхняя часть диапазона сработала. Что хочу сказать? По долларовому индексу, то есть по фунту к доллару. Значит, этот диапазон остается актуальным практически до конца месяца, или даже я его сохраню где-то до non-farm payrolls максимум. Но все-таки он для меня остается до ВВП. То есть где-то здесь, потому что в этот диапазон мы тоже давно нарисовали, он достаточно долго существовал. Плюс, конечно, я даже помните, что когда мы перешагнули зеленую линию, нижнюю часть диапазона, я тогда говорил, для меня это рыночный шум, я его не буду расширять. И действительно оказалось, что это рыночный шум. Почему? Потому что если мы перейдем в weekly frame, здесь видно, что практически всего лишь две точки чуть ниже. Основная часть, она в этом диапазоне. Но при хорошей статистике по США, я думаю, что мы можем практически потихонечку очень слабо пойти вниз.
И наоборот, если статистика по США не будет очень хорошей, как я уже последние дни намекаю и показывал, этот диапазон я полностью его уберу, пересчитаю неопределенные данные, и тогда я сделаю новый диапазон, который практически даже вот эта красная линия, скорее всего, может получиться неким центром, в котором практически считаю, что в таком случае при слабой статистике по США здесь начнется боковое движение, которое продолжится как минимум 3-6 месяцев. То есть здесь уже 3-6 месяцев будет некое боковое движение около вот этой красной линии, чуть вверх, чуть вниз, без возможностей для некого сильного роста и без возможностей для вот этого нижнего движения. Пока эти сценарии я не добавляю, потому что не знаю, какова будет статистика, она мне покажет. И тогда будет ясно, стоит ли вообще по вот этим парам их обсуждать. Скорее всего, мы подключим кросс-курсы. По австралийскому доллару что у нас есть? Конечно, слабая статистика по Австралии, по Китаю, она не предоставляет возможность австралийцу, чтобы он рос. Соответственно, оказывается, что вот эта свеча, которая практически тень вышла из нашего серого диапазона, как мы тогда говорили, что, скорее всего, это рыночный шум, и я не считаю, что есть предпосылок в ближайшее время для того, чтобы мы поднялись выше вот этого диапазона. Конечно, следим за статистикой, при любом форс-мажоре все может произойти, так что на 100% утверждений нет, но пока еще риска для движения вверх нет. Что может произойти? Видно, что пунктир, зеленая линия, которая на мелких форматах, она практически вблизи уже потихонечку и трендовой линии. Будет ли хорошая статистика по США? Мы ее сломаем, поэтому вы знаете, я ее оставил слабой, не как вот эта красная линия. Соответственно, при хорошей статистике по США потихонечку ее сломаем и идем к трендовой линии. То есть вот эта цель, которую мы ее все время передвигаем при хорошей статистике, будет достигнута это 74,5, там 73. По новозеландцу продолжается движение в этом канале, как мы вчера и раньше вообще обсуждали. Хорошая статистика по США, продолжается движение по линии тренда в этом канале, могут быть и даже попытки прорыва. При плохой статистике по США откат в верхней части канала. Доллар, японская иена. Знаете ли, если вот эта статистика, которая сегодня вышла в производственном секторе, она продолжится, то тогда по японской иене практически ситуация может немножко поменяться от той логики, к которой мы потихонечку доходим, а именно, что будет формироваться где-то вот здесь вершина на тяжелых фреймах. Конечно, один индикатор пока еще это очень мало для того, чтобы делать выводы, но это первый сигнал, который нам показывает, что мы должны быть начеку и очень пристально следить за статистикой. Конечно, здесь и американская статистика очень важна. При хорошей статистике по США снова протестируем вот эту вершину, при слабой статистике к вот этим впадинам. По канадскому доллару, как мы говорили практически вчера, линия тренда, если она сработает и подтолкнет хоть и медленными темпами пару вверх, зависит от поступающей статистики по США. Хорошая статистика завтра, то есть сегодня, завтра по Non-Farm Payrolls сделает так, чтобы вот этот диапазон нам не был нужным, и мы потихонечку поднимемся вверх, снова войдем в этот диапазон, и в ближайшие месяцы будем тестировать попытки, чтобы протестировать вот эти вершины. Слабая статистика, если выйдет по США, наоборот, этот диапазон исчезает. В ближайшие 3-5 месяцев вряд ли мы будем тестировать вот эти вершины. Скорее всего, при слабой статистике просто сработает вот этот потенциальный канал, который строится. И мы начнем двигаться в этом канале. То есть, как минимум, здесь сдвинемся просто в сторону. Так что следим за статистикой, которая у нас публикуется сегодня-завтра. Для меня она оказывается очень-очень важной и может сыграть очень важную роль для валютного рынка. Доллар, швейцарский франк. Ну что ж, наш индикатив оттолкнулся от 38 уровня. На самом деле это практически некий разброс от центра. То есть чуть вверх, чуть вниз, чуть вверх, чуть вниз. Наш индикатив нам показывает доверие инвесторов.
глобальной экономики, что будет дальше. Конечно, при хорошей статистике, которую мы сейчас видим по Европе, и хорошей статистике по США, если вдруг выйдет, чем лучше статистика по США, тем быстрее мы потихонечку будем возвращаться к 200-дневной скользящей средней. Я практически не ожидаю какого-либо сильного падения вниз, но учитывая, что это очень волатильная пара в связи с январским движением, при очень слабой статистике по США отсюда на две фигуры мы можем упасть, как и при хорошей статистике быстро на две фигуры можем вырасти. То есть здесь в ближайшее время для меня есть возможность для того, чтобы плохих и хороших индикаторах посмотреть, какие две фигуры сработают вниз или вверх. Евро-швейцарский франк движется практически в середине симметричного треугольника, тоже валютная пара, которая показывает, что еще недостаточно для того, чтобы мы говорили, что начинается распродажа швейцарского франка. Пока здесь не сформируется некое такое более ясное движение вверх, хорошая свеча, это будет указывать на то, что глобальные инвесторы все-таки еще доверяют швейцарскому франку в качестве убежища. Золото. Мы его прокомментировали. И давайте я сейчас отвечу на ваш вопрос, который вы задали, Санников Сергей, по поводу золота. Скажите, пожалуйста, как может влиять себестоимость золота на его стоимость? Боюсь, не найду источника, но есть мнение, что текущая цена находится на уровне себестоимости. Как это соотносится с ожиданием дальнейшего падения золота? Знаете, это, конечно, лично мое мнение, но я когда просто учился в университете, и там были методы практически оценки любого актива. Допустим, золото, допустим, цена акции, допустим, там цены на нефть и так далее. Мы рассматривали всякие активы, и было там, я помню, чисто уже шаблонно, 4 метода определения цены, то есть, чтобы торговать потом на финансовых рынках, как, например, можно определить цену по 4 методам было, и в самом конце делалась среднеизвещенная, и она показывала вот с точки зрения фундамента, вот для меня цена, если цена на рынке сейчас выше, то, скорее всего, не надо покупать, если цена ниже моей фундаментально вычисленной, то пора покупать. Почему я это говорю? Потому что первый из этих методов был себестоимость. То есть первый метод – это практически определение цены по себестоимости. И я помню, что наши преподаватели, которые тогда нас учили, они всегда нам говорили, рано или поздно рыночный шум, неважно он как долго продолжится, если, например, есть некая себестоимость, вот она, допустим, движется, и рыночная цена, например, прыгает вверх, потом вниз, есть некий восходящий тренд, например, который все-таки заранее опережает рост себестоимости. Когда начнется некое падение, рано или поздно цена возвращается к себестоимости, потому что спрос и предложение, они в долгосрочной перспективе всегда выравнивают рыночную цену себестоимости. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Санников Сергей, лично, по моему мнению, это главный метод для вычисления практически потенциальной цены по любому активу, в том числе по золоту. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Это самый главный метод, и поэтому мы всегда первое, что делали, это вычисление по себестоимости. Но отвечая на ваш вопрос, потому что многие, я не буду сейчас здесь проводить обучение экономическое, потому что наш, во-первых, обзор закончился, во-вторых, я помню, у нас были сборники с задачами, где мы целый семестр практически только вычисляли вот такие себестоимости. Соответственно, вы понимаете, что я не могу вас здесь научить за 5 минут. Единственное, что хочу сказать, общаюсь с трейдерами, которые практически торгуют на рынках. Многие из них практически имеют достаточно поверхностные знания, и они всегда считают, что себестоимость – это некая константа. Я понимаю, что у многих трейдеров нет экономического образования, и до этого нужно практически ознакомиться, как получается себестоимость некого актива. И они считают, что всегда есть некая себестоимость, которая практически является константой. Если цена выше, практически цена должна падать. Это понятно. Если себестоимость, например, сейчас находится выше, цена должна вернуться к себестоимости. На самом деле, как и графики движутся,
Себестоимость тоже движется. Она движется медленнее, конечно, но она движется. И есть разные циклы практически в индустриальной, есть такие обучающие предметы индустриальной организации, где учится практически развитие рынка. Есть пик, когда так называемая market saturation, себестоимость потом падает и находит некую балансную практически такой нейтральный уровень. Поэтому вы, когда говорите о себестоимости, должны понимать, что эта себестоимость все время тоже меняется. Это зависит от горнодобывающей промышленности. Получается иногда среднезвешенная. На самом деле вы должны понимать, что вот в это время, когда это было, очень много практически мест нахождений золота, которые имели высокие затраты, обанкротились, и потом себестоимость падает. В то время как, например, здесь себестоимость повышалась, потому что из-за повышенного спроса очень много практически новых месторождений разрабатывались, учитывая, что там и капитальные затраты достаточно высокие, потому что это капиталоемкая индустрия и все вот эти обрабатывающие. Так что давайте, если вас интересует эта себестоимость, вам нужно практически ознакомиться с индустриальной организацией в секторе золота, сравнить ее с другими металлами, хоть в известной степени это неправильно. Вы можете посмотреть, практически чисто теоретически выучить, как движется себестоимость любого актива в любой индустрии. Есть графики универсальные в учебниках, и тогда потихонечку сможете сделать некий грамотный анализ, как может практически сдвинуться золото к себестоимости и где она может находиться в ближайшие 5 лет. Так, Букат Иван, раньше вы проводили линию тренда по индексу, и мы ее пробили вниз. Сейчас можете быть тестирование линии. Букат Иван, я не знаю, по какому индексу я проводил линию тренда. Если вы напишите мне этот индекс, я снова ее сделаю. Статистику, вышедшую по Европе, еще прокомментируйте. Давайте я ее прокомментирую, статистика, которая вышла по Европе. Но это сразу видно, что статистика очень хорошая. Просто очень хорошая статистика выходит по Европе, которая показывает, что сильного падения по евро не будет. И в паре евро-доллар в будущем на тяжелых фреймах где-то здесь уже будет видна четкая и хорошая практически впадина, которая может работать в качестве дна, и начнется некое боковое движение, о котором мы уже практически 2-3 месяца говорим, которое может достаточно долго продолжиться. Сейчас еще преждевременно об этом говорить. И так как один из наших участников спрашивал вопрос по паре евро-австралийский доллар, давайте я здесь практически на неком графике открою пару евро-австралийский доллар, где у меня более чистый график. То есть, к сожалению, так, одну секундочку. Вот, например, мы здесь возьмем пару евро-австралийский доллар, и мы ее прокомментируем. Я с целью готов прокомментировать эту пару, потому что она достаточно интересная. Что у нас есть? Давайте мы сейчас посмотрим. Значит, первое. Пара евро-австралийский доллар практически начала повышаться, когда евро практически начал расти сильно там в 2013 году и против доллара. Почему это получается? Потому что, давайте вспомним, когда в США выключили печатный станок, первые намеки были даны 17 марта в 2013 году. Вот эта линия сформировала перевернутую голову с плечами здесь. Соответственно, с того момента сырьевые валюты начали снижаться, выключение печатного станка потихонечку привело в ближайший месяц, два, пять и так далее, к снижению цен на сырье, то, что мы увидели, что упали цены на нефть, и что привело к падению сырьевым валют. Вот, например, падение австралийского доллара, вот падение, например, канадского доллара после вот этой красной линии, вот падение российского рубля после красной линии, вот некий центр. Вот падение норвежской кроны, вот падение новозеландского доллара, вот падение там любой сырьевой валюты, которую вы возьмете. Соответственно, конечно, здесь мы должны понимать, что в долгосрочной перспективе, где у нас пара евро-австралийский доллар, в долгосрочной перспективе австралиец будет оставаться под давлением против евро. Но пока еще вы должны быть не настолько большим оптимистом для некого хорошего движения вверх,
учитывая того, что в Европе идет количественное смягчение. Соответственно, это практически давит на эту валютную пару. И когда в Европе заговорится о повышении, о выключении печатного станка, я не знаю, где будет следующая такая хорошая впадина, оттуда можно подключаться к некому восходящему движению, которое практически доведет до вот этой снова 1.57. Почему? Потому что это середина вот этого всего разброса, можете увидеть приблизительно, то есть сколько получается здесь. То есть это некие такие нормальные уровни до начала финансового кризиса, когда сначала цены на сырье начали практически падать, потом цены на сырье резко начали расти. Рано или поздно мы будем доходить до вот этого 1.63. Но это в долгосрочной перспективе. Я на самом деле для себя тоже учитываю вот эту валютную пару, поэтому я ее с радостью прокомментировал, Алексеев Максим. Но на самом деле вы должны сейчас понимать, что вы принимаете достаточно высокий риск, торгуя по этой валютной паре, потому что и в Европе идет количественное смягчение. Соответственно, пока еще некая такая более яркая стабильность по евро может исчезнуть. Здесь идет коррективный канал. Видно, что вы находитесь практически в верхней части. Я бы еще не с таким оптимизмом ожидал бы, чтобы здесь был такой серьезный прорыв от этого канала. Я бы практически этого не ожидал. Так что этот коррективный канал может достаточно долго практически сохраниться, и чтобы пара еще чуть-чуть снизилась. Так что это достаточно опасная пара, которую я для себя откладываю как минимум на 5-6 месяцев, когда будет видно и ясно, выключает ли печатный станок в сентябре в следующем году. Соответственно, где-то либо в конце этого года, либо в следующем году, уже в феврале, в марте, буду к ней подключаться в пользу евро против австралийца. Но пока еще для меня преждевременно. Конечно, я не хочу, чтобы вы копировали мое мнение, потому что вдруг, если по Европе очень быстро улучшится ситуация, этот момент может быть намного раньше. Хорошо, я понимаю, что других вопросов нет. Соответственно, нам пора прощаться. Всем желаю хорошего дня, удачных сделок. Не забываем, что ключевая статистика сегодня публикуется в 15.30. Это заказы на товары длительного пользования. Потом есть тоже очень много важных индикаторов по США. По моему мнению, они могут оказаться намного важнее ВВП, который публикуется завтра. Но все-таки посмотрим. Осталось не так долго. Завтра снова встречаемся и все вот это прокомментируем. С вами был Веселин Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари. Всем до свидания.